Здравствуйте, друзья. Небольшой, даже городком не назовешь, поселочек Девинпорт называется. Тут, может быть, население человек 300. Вот. И так вот видите перед собой дом, как бы жилой. Ну, так и есть, но там на самом деле находится музей стеклодувного творчества. Вот за этим забором стеклодувство это и происходит. Вот там у них мастерские. Вот. А то, что вы видите вот там дальше, это другое какое-то производство, строительное. Очень такое странное место, видите. Практически на океане. Вот здесь даже воздух так чувствуется. Тут до океана, может быть, метров 300. Видите, у людей тут лаймы растут. Это декоративное, так у дороги. Не то, что там кто-то их посадил для того, чтобы съесть. Хотя, наверное, съесть тоже можно. А слушайте, подсолнухи богато. Ну-ка, смотрим на подсолнухи. Хорошо. И тут же кактус. Их кактус с нашими подсолнухами. Вот те и Калифорния. Да, выставка у нас оказалась закрытой. Хотя мы здесь бывали не раз, я ребятам показывал. Вот тут кактус. И, значит, сосед. Кактус соседский. Вот. И сосед обрезал листики. Мы ему говорим, а что обрезаешь? Он говорит, да, говорит, разрослись прямо. Вот. И говорит, что это все съедобное. Съедобное. Ну вот. Это компост. А? Хорошо. You chop this all up and it's really fibrous. So it's got. So you use machete kind of thing? Yeah, I'm just gonna roll. I got a bunch of other weeds up there and I'm just gonna chop it up. You know, just chop it. You know, if you don't chop it, it'll grow. Wow. But how do you make a compost out of it? You just chop it up and put it in with any of your garden weeds. Okay, but you still have to chop it, otherwise it's going to be no compost. Or it doesn't break down. Mm-hmm. Oh. Once you chop it, then the little fibers. So you cannot make wine out of it, or vodka, or tequila. I think you probably could. I don't know. I don't know anybody that does. Okay. But you know. But this is. But you can eat them. Oh, no, we eat them. You know, you can eat them, but you can't eat them constantly. You know. Is it apples? Yeah. Apples. Oh, okay. Okay. Yeah, so I just add to my compost. Вот она, Калифорния это, друзья. Побережье. Живописненько, правда? А тут у меня справа железная дорога.